Ну что, мотор съемка. Привет, друзья, спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую простых гостей своего канала, а также подписчиков. У меня очередная посылка добралась с сайта AliExpress. В нем что-то большое и мягкое. Давайте ее распаковывать. Погнали! Ну что ж, пришел ко мне, как это называется в описании, косплей-костюм. Обошлась мне посылка в 533 рубля, что составляет примерно 8 долларов. Добралась посылка за 32 дня у нас. Так, и давайте ее распакуем, посмотрим. Тематика у нас посылки сейчас такая. У нас на дворе 21 декабря, соответственно, практически уже Новый год. И мне тут заказали костюм Деда Мороза, в общем. Аккуратно распаковываем, не спеша. Тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша. Так, вот так у нас все. Упаковано тютелька в тютельку. Пакет еле влезла. Так, как у нас тут распаковывается, открывается. Так, отвалилось у нас здесь. Это у нас типа ремень там замотан во много кругов. Такой формальный ремень. Так, борода вот такая вот. Такая вот. Ну, тоже такая на резиночке формальная. Даже усы есть. Так. Ну, шапочка, в общем-то, простенькая. Шапочка такая на голову. Сам костюм. Смотрим. Так, есть штаны, есть сам костюм. Вот, немножко странно мне тут подсказывают Дед Мороза видеть в штанах. На самом деле Дед Мороз обычно все-таки в шубе. Вот это у нас какой-то Санта-Клаус, в общем, получается. Вот, в принципе, нарядиться можно, будешь такой красный с белыми полосками, вот такая борода. В принципе, спустя какое-то время, я думаю, смогу приложить фотографию, как этот костюм смотрится на человеке. Вот, пока что у меня ее сразу сходу такой фотографии не будет. Сейчас уже что-нибудь примерить возможности, наверное, все-таки нет. Все, на этом, наверное, пока что это все. Вот такая необычная посылка. В общем, по качеству я бы сказал, костюм такой одноразовый, но, в общем-то, и вся специфика использования этого костюма, в общем-то, она и действительно одноразовая в году. То есть разочек одеться, появиться и на этом, собственно говоря, все. Все, вас благодарю за то, что посмотрели видео до конца. Любые вопросы пишем в комментарии. В конце у меня остались только формальности. Спонсорами данного видео являются интернет-площадки AliExpress, Tmall и Jarbest. Список лучших товаров с этих площадок, по моей версии, найдете в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока.